Друзья, привет! Мы приехали в Голубицкую, гостевой дом «Коралл». Мы здесь уже были 3 года назад, очень понравилось. Вот у нас на 3-м этаже этот большой балкон. Комната большая у нас хорошая. Такое вот здание. До моря где-то у нас минут 7-8. Сейчас пройдемся, покажем. Кому интересны цены, пишите, дам контакты. Очень уютно здесь, нам здесь нравится. Сейчас идем на пляж. Такая вот дорога. Со всех сторон можно снять домик или комнату, кому попроще, кому люкс. Небольшое сравнение, вот тут пиво продают, мы брали в Дивноморском, ну я брал в Дивноморском, там было пол-литровое. За 90, за 100 рублей. Минимум, что я нашел, за 80. А здесь 110 рублей, 100 рублей. Это уже за литровую. Вот такие цены. Небольшая разница. Также все кафешки есть. Шашлыки, овощи, фрукты. Самое важное от нашего гостевого дома. В 2 минутах есть магнит. Также он у всех по пути. Вчера нашли пятерочку еще. Мы как раз туда, в ту сторону идем. Но там не видно ее, да? А немножко подальше, где аттракционы. Так что, кому интересно, есть магнит, есть пятерочка. Отошли еще 50 метров. И поворачиваем направо, в сторону центрального пляжа. Здесь везде гостиницы, гостевые дома. Есть экскурсии. Такая вот аллея. Так, мы не прошли. Нет. А, вот ориентир, вот эти дельфины. И мы выходим с площади мимо квасной будки. Между ними есть проход. Также, кто не успел, можно круги купить, зонтики. Кому нужны африканские косички. Здесь, по-моему, плетут. Здесь вот такая развилка. Можно идти вот сюда прямо через пляж, а можно идти вот туда чуть правее. Выход и там есть. Да. К пляжу ведет вот такая вот дорожка. Очень удобно, когда выходишь босиком, немножко, чтобы стрясти вот этот ракушечник.
Пляж называется Альмара. Вот такие вот хорошие шезлонги здесь. Кстати, цены очень удивили. Смотрите. Прокат такого шезлонга 200 рублей на сутки. А, насколько помню, 50 рублей на 1 час. А вот даже видно вот тут. Шезлонг. 200 рублей посещение. Семейный. А семейные это вон те вот желтые. Но даже эти за 200 рублей можно брать, потому что в Дивноморском там такие пластиковые, белые, кто видел, кто знает. Они стоят 400 рублей. А здесь вот такие вот приятные. Такие вот интересные. Это семейные. Сегодня желтый флаг. Такая вот. Волна небольшая сегодня. Оп. Сейчас поставлю. Сейчас посмотрим. Вода прозрачная сегодня. По сравнению со вчерашним днем. Очень хорошая. И вот сегодня мы были на соленом озере. Она теплее, чем там. Значит, чем в Черноморском побережье. Зонтик у нас. Немножко увлекся редактированием. Вот такая обстановка. Время 5:30. Народу прибавилось. Солнце такое мягкое, хорошее. Вода теплая. Также прозрачная. Сейчас я пойду на пляж. Аттракционы есть. Такие парашюты. Катают на скутерах, а еще на ватрушках катают. Так, все, меня уже ждут, надо идти в воду. Некрасов отель, кому интересно. Отель Ажур, гостевой дом Мариес, Мари Вилла. Здесь очень много домиков. Вот такие вот дома есть. Жилье всегда по-разному. Даже если сейчас зайти узнать, всегда будет цена другая для вас. Например, мы на 3-4 дня всегда бронируем. Цена одна. Всегда торгуемся. Всегда нам уступает. Где-то сразу отсекается цена. Но кому-то она приемлема. Где-то есть за 6, где-то за 5. Вот сколько я иду по правую сторону. Здесь нет возможности выйти на пляж сейчас. Ближайший выход через 600 метров здесь. То есть вот эта вся береговая линия, кто снимает по правую сторону, а у них, ну, не свой пляж, но свой выход на пляж есть. Все те, кто снимает с левой стороны, им приходится идти либо вправо, либо влево. А, ну вот, кстати, не 600 метров, а вот тут есть проход. Давайте выйдем, посмотрим. Кстати, мы идем по улице Курортной. Так, вот выходим на этот пляж.
Здесь вот такая обстановка. Друзья, вышли с того пляжа. Дальше, если идти вот там, я покажу только, вот там будет рынок, кому интересно. Также можно фрукты, овощи местные купить, чачу, вино. Мы находимся сейчас около Бригантины. Очень жарко. Градусов 35. Да, еще хочу заметить, здесь одностороннее движение. Сейчас я иду обратно уже. Все двигаются ко мне навстречу. Вот так. Гостевой дом Петра. Кому интересно, друзья, мы раньше выезжали на машине. Если ехать в сторону Кучугур, где-то километра 3 от Голубицкой, 3-4, там такой склон интересный есть. И там парапланеры летают. Можно покататься там. Отсюда это никто не знает, никто не видит. Это надо выезжать туда. Здесь только катают по берегу. На лодке цепляют и на парашюте. А там именно парапланеризм. Очень интересно. Будут вопросы, пишите в комментариях. Постараюсь ответить. Обязательно подписывайтесь, ставьте лайки. Будет что интересное, мы дальше будем снимать, показывать.